улица Тюленина. Вот на ней находится, вот на этой стороне, два исторических. Она маленькая очень улочка, вот она там начинается, там видно. А вот здесь вот она заканчивается, Тутарка. И туда уже выход на Московский проспект, спуск к Московскому проспекту, все правильно. А вот там вот дальше, там начинается эстакада и улица 9 апреля. Это для тех, кто не знает, ну, калининградцы знают. Вот, маленькая очень улочка, на этой стороне два исторических здания и на той стороне одно историческое здание. Вот, но они вот в разном состоянии. Вот одно красное здание такое кирпичное, красно-кирпичное немецкое, а дальше здание, там вроде раньше банк был у немцев. Я историю рассказывать, наверное, не стану. Сейчас это здание потихоньку приступили к его ремонту. Здание красивое, вот видно, такое фундаментальное. Вот это второе. Долго с ним занимались. Я вот помню, вроде как крышу ему делали, да. Вот. Зум я опять не зумом не работаю. Боюсь, что сорвется вся запись. Вот такой он у меня старенький фотоаппаратик, а новый такой же я все никак не могу найти в Калининграде. О них уже, может, даже и не выпускается, скорее всего. Вот. Вот такой фасад с колоннами, с барельефами, с гербами, с рыцарями, ну, с балкончиком с таким. Вот, его, конечно, очень желательно восстановить, потому что оно уже просто крошится, скажем так, фасад. Загородили здесь, чтобы в голову ничего не упало. Вот. Крышу делали, я помню, года два назад, вот, чтобы не протекало. А вот тут вот начали его фасад обдирать, его отшкрябывать. Частично вот ободрали штукатурку, кирпичи торчат, и тишина. Сейчас вот такой снежок идет, опять пошел снежок, температура минус один. Угу. Это здание наше, новое пристроенное. Ну вот так все это выглядит. Ну, главное, чтобы оно не развалилось до того, как его отреставрируют. Скажем так, своевременно все-таки приняли меры. Ну, что же я тут могу сказать. Ну, вот тоже. Здесь тоже что-то скоблили. Отдирали с этой стороны. Угу. Здесь какой-то офис современный. А вот там вот школа. Тоже это немецкое здание, комплекс такой здоровый. Тут и школа, там и музыкальный колледж областной. Ну, это новое здание. Ну как, советское, оно не новое. Но где-то, наверное, 70-х годов, что ли. Это вот дом быта, по-моему, бывший. Ну вот школу отремонтировали. Сделали фасад. Внутри я не знаю, сейчас школу просто так не пройдешь. Ни в какую. Вот, к сожалению. Ну, вот такое вот веяние времени. Дурацкое. С точки зрения Советского Союза это нонсенс, как говорят. У нас это стало суровой реальностью. Вот так вот. Тут, наверное, экранчик у меня заливает немножко. Вот иду против снега. Вот сейчас я
памятным досочкам подойду. Здесь вот. Вот здание школы имени королевы Луизы, 1901 год. Вот, ну а так это школа. Гимназия номер 32. Машина идет. Иду. Вот такое вот здание. Отремонтированный фасадик внутри, там, наверное, ну, школу все-таки внутри ремонтировали. Если у нас там фасады домов как-то ограничиваются ремонтом внешним, вот, у таких жилых домов, то в школах там все-таки порядок. Ну, и вот это уже вот совсем не... Да что ж такое? Да, у меня два сбоя было. Плохо видно, куда что нажимать. Монитор уже заляпан весь водой. Вот это, вот и вся улица Тюленина. Вот там улица Фрунзе. Вот эта вот, которая пересекается с улицей 9 апреля. Но, к сожалению, из-за вот этих осадков я не могу нормально пойти снимать сегодня, хотя хотелось бы, но вот осадки — это не самый лучший вариант для съемок. Вот там вот дальше вот этот музыкальный колледж, наверное, правильно так, областной назвать, имени, по-моему, Рахманинова. Да. Ну, примерно такой небольшой у меня репортажик я сделал, но съемки у меня сегодня, конечно, большой не получится, именно и вот из-за погоды. Не очень качественно получается, потому что заляпывается снежинками, они тают, и пятна потом на видео.